Как рассказал глава региона журналистам информагентства, на реке Кубань выставят дополнительные посты. Под особым контролем ситуация должна быть сразу в нескольких муниципалитетах, акцентировал Вениамин Кондратьев. Это Кавказский, Тбилисский, Гулькевичский и Усть-Лабинский районы. Главам поручено выставить посты, проверить, очищены ли от мусора мостовые переходы, не допустить размыва берегозащитных укреплений, всем службам проявить бдительность и в случае необходимости оперативно оповестить местное население. По прогнозам специалистов, напряженная паводковая обстановка в некоторых районах сохранится еще 3-4 дня.